сейчас я похудела. Плазмой. Лариса, я очень рад тебя видеть. Но зачем ты вернулась? Мы же все решили. Ты должна была остаться со своими, а я вот со своими. Да, но я так хотела увидеть тебя в последний раз. А меня, в первый. Разрешите представиться, Николай, лучший друг Василия. Бывший друг. А лучший бывший друг. Да, я знаю, Вася про вас много рассказывал. Да? Ну, если про тот случай перерезать в сортире, не верьте. Во-первых, это был не я. А во-вторых, проводился не подушечка, а только лежечку. Да, все, давай, отвались из сортира, понял? Лариса, я, когда гляжу в твои глаза, я хочу улететь в звезды. А я, когда гляжу в твои глаза, хочу остаться здесь. Нет, лучше к звездам. Здесь у меня зарплата маленькая. Мне все равно, лишь бы видеть твои глаза, слышать твой голос. И в этот самый лирический момент вся окружающая действительность как бы тает в розоватый дым. На самом деле, если бы я не ушла, я бы не попробовала столько всего и так бы не реализовалась, как случилось. А ушли почему? Вот я знаю, что многие ваши коллеги рассказывали, и Роман, что в КВН, во-первых, не разрешали совмещать с какими-то другими проектами. Может, в Камеди тоже так было, что не разрешали совмещать, а у вас уже в голове зрели вот новые идеи и проекты? Ну да, вы правы, да. То есть, был достаточно жесткий контракт, он закончился, и потом, я была согласна продолжать, но уже на моих условиях, да, то есть, если мне разрешат что-то совмещать, потому что да, были предложения в фильмах сняться, но не разрешали. Поэтому, контракт не продлили, и я ушла. Лариса, ты присядь, ладно? Присядь, пожалуйста. Давай, мне надо тебе рассказать правду. Присядь. Почему я должна садиться? Потому что ты беременна, понимаешь? Беременным женщинам нельзя волноваться. Я мозг! А мозгом тем более, Лариса. В общем... Мам, я поняла. Это может плохо отразиться на ребенке. Да, правильно.